23 июня российские города подверглись террористическим атакам. В Дербенте и в Махачкале совершены вооруженные нападения на православные храмы и на синагоги. Погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и 4 гражданских лиц. А по Севастополю был нанесен ракетный удар, жертвами которого стали 4 человека. Следует ли воспринимать эти атаки как события одного ряда? На этот вопрос ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сейчас я ничего не могу сказать на этот счет. Есть следственные органы, которые будут выполнять свою работу, и потом уже можно делать какие-то выводы. Одного этого ряда или не одного ряда. Мы видим, с одной стороны, абсолютно варварскую атаку в Крыму, ракетную. Прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе неоднократно рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, что это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее. Это все прекрасно понятно. Кстати, здесь можно, наверное, обратиться к вам, как представителям СМИ. Просто спрашивайте у моих коллег в Европе, прежде всего в Вашингтоне, у пресс-секретарей, зачем их правительство убивают российских детей. Просто задавайте им такой простой вопрос.